В честь юбилея на территории ЮРПСО прошло несколько мероприятий. Сочи посетили руководители спасательных и пожарных формирований из 10 стран. Они приняли участие в международной научно-практической конференции. Здесь отрабатываются все необходимые вопросы, связанные со взаимодействием, отработкой новых каких-то способов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Также наши иностранные коллеги будут показывать и рассказывать то, что у них есть нового в области спасательных технологий, а также мы поделимся своим опытом. Как работает поисково-спасательная служба МЧС, можно было увидеть на показательной тренировке. После личный состав Южного отряда, проявивший себя в ходе спасательных операций, был награжден ведомственными медалями МЧС России. А сегодня грамоты за безупречную службу сотрудникам отряда вручил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Особую благодарность хочется выразить вашему отряду за активную профилактическую работу в наших сочинских школах с нашими дорогими детьми. Уроки безопасности с участием сотрудников МЧС позволяют существенно снизить риски травматизма среди детей и подростков, особенно во времена летнего и зимнего курортных сезонов. Уважаемые спасатели, важность вашей работы переоценить невозможно. Вы, рискуя жизнью, первыми всегда оказываетесь там, где людям нужна помощь. За время существования Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС было проведено больше 35 тысяч поисковых операций, спасено около 80 тысяч человек. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.